Качество уборки специалисты мэрии вместе с коммунальными службами проверяют каждую неделю. Сегодня первая точка – городской рынок. Муниципальная территория заметна издалека. Она вся покрыта песком и окурками. Подрядчики предположили, что этот мусор после себя оставили торговцы. Смет, грязь. Что помешало, когда уберем? Помешало отсутствие людей, загруженность. Берем в самое ближайшее время. Здесь надо вручную убирать. Здесь мы видим, после зимы осталось большое количество мусора, которое, в общем-то, принадлежит торговым рядам, да? По данным спецавтотранса, на улицах города трудятся 70 человек, но этого недостаточно, не хватает и времени. После того, как растаял снег, привести в порядок все улицы города пока не удалось. На проспекте Победы у Красноармейской площади картина не лучше. Внимание проверяющих привлекла зона отдыха. Каменные стенки давно разрушились. Заняться этой территорией коммунальщики планируют в ближайшее время. Когда мы приварим сломанное ограждение, лежит уже несколько дней. И когда закончим уборку на углу Советского проспекта Победы, когда берем всю листву, смет, клумбы, которые разрушены. До 8 мая наведем порядок. А ограждение когда приварим? Ограждение приварим, я думаю, на праздниках. Бригаду выведем. Но первым делом необходимо избавить город от грязи и пыли. Напомним, сделать это специалисты должны были до 1 мая. Департаментом ЖКХ вынесены, значит, все необходимые предписания. По всем участкам сделаны замечания. Задача поставлена подрядчику за праздничные дни, когда машины, ну, практически в своем большинстве, многие горожане уедут на дачи, все улицы города привести в порядок. Сегодня специалисты мэрии установили для сотрудников подрядной организации новые сроки. Убрать всю грязь с дорог нужно ко Дню Победы. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, новости.